Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика Егора, и у нас Нигапончик, русский сервер. Будем пробовать сегодня вытащить недостающих имбогероев. Сейчас посмотрим, правда, что у него есть уже интересное на аккаунте. Ну, судя по всему, аккаунт бездонатный, да, 368 самоцветов, находится он в гильдии Омск, первые и вторые места битвы гильдии атака фортов. Кидайте заявочки, WhatsApp есть на экране. В общем, поехали. Накопление понятно. Поехали открывать самики. 42 тысячи самоцветов. Так, ну и плюс у нас есть еще куча разных плюшек. Мы их потом оставим на потом. Или давайте сейчас откроем сразу же, чтобы потом не возвращаться. Там накопил. Так, 20 скинов на стрелка. Ну, такое себе. Ослепляющий удар 5. Ну, тоже так себе. А вот это вот топовые итемы, топовые плюхи здесь для прокачки аккаунта. Все, что надо. 5 и 6. Это на сегодня самые нужные, если вы планируете прокачать хорошо силу. Так, опять коробки. Так, вот эти, кстати, первые, вторые, третьи, самые печальные, самые проблемные. Так, мешок с эмблемкой. Чик. Тех мешочков просто уже давным-давно не продают практически. То есть они, если есть, то в каких-то акциях, и очень мало. А там реально есть нужные вещи, как для доната, так и для бездоната. Так, с этого одушки у нас и куча появилась новых расходников. Так, 95 коробок. Ну, посмотрите, сколько всего. 115. Куча плюх. Поехали сразу же скины. Мы прокачаем. Вот эти скины бесплатно качаются все. Хоть где-то халява, хоть какая-то. Потому что в большинстве случаев, если брать скины героев, там дофигища надо. Просто дофигища кгшек. Так, все. Нигапончик, поехали посмотрим, что у него творится по героям. Фрэнка нет, рогатки, скитальца, махатмы, свалина, ассен. Ой, да тут дофига тоже всего. Блин, такой же аккаунт, как и предыдущий, Фоба. Короче, один в один. Очень много недостающих героев. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Вот такой вот у нас коллекционер. Ну, честно скажу, русский коллекционер печальный. Печальный по сравнению с другими серваками. Это реально печаль. Так, поехали. Афинка. Ну, неплохо. Афинка, это хорошо. Но здесь она не нужна. Заклинательница. Блин, я уже думал, землеройка. Тыковка, бульдозер. О, вот так вот. Блин, сегодня какой-то реальный. О, нифига себе. Нифига себе. Сегодня одни оккультисты падают. Реально, на каждом аккаунте, где я ролил, упало по оккультисту. Так, окей. Поехали. Оккультист и Трифид, да, по-моему. Трифид, к сожалению, как видите, есть, а оккультиста нету. Ну, это, в принципе, неплохая тема для PvP-локаций, для поддержки героя. Очень и очень хорош. Ну, я его, честно говоря, тоже очень мало начал использовать, но всегда задумываюсь над тем, чтобы попробовать его где-то поприменять, потому что герой действительно интересный. Так, поехали дальше. Так, ну что, будем ждать, чтобы слили Родина. Он просил почаще в райды бегать.
Интересно, сольют или не сольют? В принципе, отхиливается по чуть-чуть. Да, вряд ли они его сольют. Не, все-таки слили. Так, отлично. Поехали. Сейчас будет имба. Ну, тыква это имба, хранитель. Вот так вот, ледяной феникс, вуаля. Вуаля. Ледяшки у него что нету вроде, насколько я смотрел. Пожалуйста, я сказал, сейчас будет имба. И вот она, ребят. Наконец-то на этом аккаунте есть обалденный герой для PvP, для фарм локаций. Ледяшка. Это оно. Поехали дальше. Вот так вот, ребята, надо. Тактика безотказная. Ну и на всех аккаунтах, и не всегда. А, так, поехали дальше. Блин, не туда захожу. Тум. Интересно. Свален. Я же вам говорил, надо почаще в рейде бегать. Однозначно. Что у нас? 3.15. Офигеть. Ну, видите, оно как когда, то бывает везет, то бывает вообще просто не прет. Но еще один, ребят, еще один недостающий герой. Это просто жестко. Так, ну что, поехали. Бум. Фрейка. Ну, Фрейка, конечно, это жесть. Так, ну что, наверное, побежим в рейд. Потому что тут однозначно надо бежать. Тут однозначно все очень жестко. Я в шоке. Еще плюс один. Имба-герой, которого реально все хотят выбить. Поехали. Нормально мы так нашаманили на этом аккаунте. Пойдет. Вот чтоб всем так падало. Тан-тан-тан-тан. Да, долго он, наверное, ждал ледяху и Фрея. Это реально. Это реально то, что надо. Так, отлично. Поехали дальше. Шаман, медузка. Валентина, Кенди. Давай, рандомчик. Заклинательница. Да, печальненько, печальненько что-то. Надо однозначно в рейд сводить. Ну, теперь, в принципе, у него хватает героев, чтобы нормально бегать. Феникс, Фрея. Я думаю, теперь проблем с битвой гильдии вообще быть не должно. Так, поехали. Будем пробовать тактику. Бум, друид сразу же. Королева Гарпий. Видите, я же говорил. После рейда леги падают. Варлок еще один. Медузка. Ну давайте еще хоть одну имбу недостающую интересную. Леди Лео, Седна. Я офигею. Нормально, так падает. Так, королева Ос. Блин, Космо бы сюда еще. Седнушка, ребят. Седнушка, еще один недостающий герой. Офигеть. Просто офигеть. Так, давайте после этого еще в рейд сбегаем. Потом посмотрим по коробкам что-то интересное. Так, отлично. Бум. Побежали в рейд. Ладно, давайте здесь затащим. И попробуем сейчас жахнуть.
посмотрим, как нам повезет. Сможем ли мы затащить еще какого-то героя или нет. Так, добивайте, есть 100%. Поехали. 450. Еще один оккультист. Блин, еще одна Фрея. Еще. Да ну нафиг. Это вот это реально было очень круто. Три героя, еще и повторки. Это просто жесть. Не, вот это пипец полный. Так, окей. Смотрим, что там по героям у нас. Так, Фрея. Ну, тут с талантами, конечно, надо будет разбираться. Коробки у него есть. Просветик. Пожалуйста, ремочка. Ну, наверное, на Феникса ремку кинем. Вообще отлично. Ожог. Ну, я думаю, тут по талантам он уже сам разберется, что кому. Ну, это реально круто. Ронька уже с ожогом. В общем, такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки, кидайте заявочки на роллинг. Всем удачи, всем пока.